Друзья, это наш 200-й пакетик! Я поздравляю тебя с юбилеем. И я тебя. Это наш проект «Чистый двор». И мы уже развесили 200 таких рулонов по 500 пакетов. И все для того, чтобы во дворах было что чисто. И чтобы собачки у нас хоть и какали, но чтобы за ними немножко убирали. Или хотя бы можно было бы это проконтролировать. Очень много вопросов. Сколько платят? Сколько вы развесили? Тяжело ли это делать? Мы на все вопросы сейчас вам ответим в форме частушек. И собачки во дворе выпала загадка. На язык попробовал, опять не шоколадка. Раз пошла гулять собачка и забыла взять пакет, а на газоне тут остался неприятнейший букет. Удобно петь. И про женщин. За собачкой эти дамы убирать не могут сами. Незаметно в сумку Гуччи я вернул комок пахучий. Мне однажды позвонили, но ругались на меня, что я мусорки не ставлю. Вот такая, блин, свинья. Еще говорят, пакеты развесили, еще и мусорки мы должны ставить. Понимаете, в чем дело, да? Это ужас. А мне сосед-собачник пишет, рубль не осилия. Пусть несет тогда в руках, а я проконтролирую. Люди, я не ожидала столько много теплоты. А наконец-то мы узнаем, пахнут как в Москве цветы. Может, у них и запах есть у цветов-то в Москве, а? Миллион собак в Москве, всех выводят на газон. В день 3 раза по 100 грамм, в месяц 10 тысяч тонн. И про деньги давай. Сколько платят, все кругом желают знать. Может, хватит вам богатства лишь рублями измерять. Да, ни хрена не платят, но довольствия масса, ребята. Какие смс-ки пишут классные? У соседки той терьер много не потратит. Одного пакета ей на полгода хватит. Да. Районы, кварталы, жилые массивы. И везде мои пакеты смотрятся красиво. И везде мои пакеты смотрятся красиво.